Сегодня у нас в работе чемодан, вот такой двухкамерный чемодан. Как видите, колесо выломано. Зная о том, что безобразно носильщики обращаются с чужой кладью, багажом, это неудивительно. Вот так колесо выломано, чемодан могли кинуть, бросить и положить сверху еще десяток чемоданов. И вот такую подготавливаем основу, которая и будет усиливать место крепления колеса к чемодану. Вот так выглядит ремонт нового гнезда. Это старое гнездо, которое мы делали год назад. Лак для ногтей. И закрашиваем в цвет наши трещинки. Вот, декоративная часть закончена. Подсушиваем. Делали косметику гнезда, установки колеса. Колесо отлично сюда устанавливается. На эту работу мы даем гарантию, что колесо будет держаться. И корпус чемодана выломать будет гораздо сложнее. Вот таким образом одно колесо мы усилили. Дали ему основу, на которой и будет держаться вся эта конструкция. Вот это место, которое мы уже год назад усиливали, это тоже свежее место усиления. И еще два места, так как колеса 4,